Знакомьтесь, Винни Линхэм, предприниматель и блокчейн-энтузиаст. В 2017 году Винни Линхэм получил высшее образование в Гарвардской школе бизнеса по специальности предпринимательства и предпринимательские исследования. Дважды участвовал в разработке проектов и стал победителем в конкурсах «Топ-100 технология» и «Топ-IT-предприниматель в Африке». В настоящий момент Винни Линхэм – соучредитель и генеральный директор компании Civic Technologies University Cape Town. Вместе с командой компания стремится улучшить технологии путем сохранности информации, предоставляя предприятиям и отдельным лицам инструменты для контроля и защиты личных данных. Винни Линхэм владеет двумя языками – английским и африканс. Помимо работы, активно снимается в южноафриканских сериалах «Дьяволы драконов», «Акула-танк» и «Ангел».